Ну, аккумуляторы есть, камера есть. Андрюха, аккуратно, без энтузиазма, да? Сзади чисто. Так, конечно, делать не надо, лучше по тротуару, но... Тут президент без охраны. Здравствуйте. 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 Сколько у вас? 3 человека. Ты что мне, прикалывается? Президент. Чего? Смотрите, какими деньгами Владимир Владимирович рассчитывается. Не те, что ли? Кто тебе дал это? Кто тебе это дал? Даля. Тебе кто дал эту деньгу? Это я из заначки достал. Из заначки? Ты из заначки держишь? Эти? Спасибо большое. Потом покажет мне номеров. Ой, я что-то... А, нет, вот, все здесь. Владимир Владимирович, давайте. Свет нужен обязательно, конечно. Ничего страшного. Давайте, господа, по очереди. Первый пошел. Президент первый. Ага. Андрюха, давай следующий. Подожди, не спеши. Есть, спасибо. Свет выключаем или как? Нет, свет оставь. Владимир Владимирович, свет оставьте, пожалуйста. Все, дальше без спешки. Ну что, сегодня у нас инспекция парка. Куда поедем сперва? Ты здесь знаешь местечки какие-нибудь интересные? Я давно у нас тут не был. Ну давай тогда объедем его. Начнем откуда? По центральному? Куда решаем ехать? Да все равно. Да ты едь тоже. Прямо. Я хочу с вами разговаривать. Хочу с вами общаться. Это очень удобно. Это очень удобно. Вот задний ход придумали хотя бы для того, чтобы можно было ездить и общаться. Знаешь, клуб по интересам. Еще кружочек выстроится. Я алкоголик. Можно музычку даже включить, ну такую слегка. Итак, у нас сегодня сюжет называется «Дядя Вова и двое в масках». Вот. Не холодно, чего вы испугались? Да мы очень переживали за ваше здоровье, Владимир Владимирович. Короче, да, получается, что в любое место, куда бы вы ни приехали, вы можете хоп, прыгнули и поехали. Сейчас мы прокатимся по парку. Километраж я вроде заметил. Посмотрим, насколько хватит у нас пробега. Сегодня у Андрюхи, да, V8F, поэтому посмотрим, что будет. Насколько его вообще хватит. У меня есть запасной. Малютка запасной, ага, рассказывай. Это не самокат, не отбуксируешь. Сейчас слегка музычку могу сделать, аккуратно самокат. О! Как тебе музычка? Туда пойдешь? Что-нибудь мелодичное. Во!
очень хорошо. И группа сопровождения, кстати, охрана тоже изумительная. Да, один вперед смотрит, один назад всегда. Все. Да, конечно. Золотой осенью здесь, наверное, вообще шикарно. Надо будет обязательно осенью приехать. Ты если что, если кто-то устанет, скажите. Встанем, попереминаемся. Мы даже не ходим, а где же мы вот встанем? Не-не-не, ноги иногда, знаешь, затекают. Вот стопы, непривычки вот. Да, если что, просто для веселья волну. Да-да-да-да, если что-то тебя. Подъерзывай. Устал. Вот видишь, я говорю, дядя Вова устал. Подожди. Ты нажал на кнопку. Какую? Она не держит. Смотри. Сейчас, погоди. Все, теперь держит. Ага. Готов? Да. Без спешки, нога сбоку, сбоку, сбоку. На месте никогда не встаем, хорошо? Если что, подъезживай. Попробуй вперед-назад поделать. Так, жик-жик, что почувствуешь, что колесико тебя слушает. Если захочешь на этом прокатиться, скажи. Хорошо? Слушай, ты замаскирован уже. Игорь, ты у него самая комфортная одежда как раз для этого. Давай, вспоминай, расслабься. Главное расслабиться, да? Андрюха, как впечатление? Я побегал. Так, оживаешься? Так, а что угол наклон педали здесь такой же, как у тебя на этом, наверное, чего ты? Мне не нравится угол наклон, просто как будто на каблуке можно ехать на нем. Потому что пятка приподнималась. Вот на подставку у нас. Зачем? Мне так комфортнее было. Там сейчас стоит как на табуретке, правильно? Ну? Ну, как-то... Смотрите, водопад. По периметру, да, проедем, посмотрим? Я туда никогда не заходил. А вот смотрите, здесь ферма уток. Президент, отдохнем? Вот здесь на чем. Без спешки. Нога сбоку, всегда сбоку. Да, только сильно не надо. Чуть-чуть, слегка. Главное это расслабиться. Ну что, заедем туда в край, мы там не были ни разу. Андрюх, туда? Мы сейчас вернемся. Да? Обратно. Точно? Какой живописный мост. Без спешки. Хорошая дорога. Для моноколеса нет плохой дороги. Я говорю, хуже. Хуже, она отличная. Да, да. Наверное, больше переезда нет. Ничего, мы сейчас проверим. Все проверим. Куда тебя понесет в сторону? Слизенько такое. О, передышка, да? Отстал, товарищ. Передохнем? Ногу сбоку всегда, колесо всегда между ног, ага. Без спешки, сейчас заедем на скамеечку, передохнем. Наша политическая крада всегда. Повод педали будет видеть? Россия. А? По педали, как ты к ней относишься? Будешь ли ты ее делать? Что-нибудь сделаем? Сейчас, мне кажется, надо Игорю передохнуть. Давай устроим привальчик здесь. Давай. Вон там будет, конечно. Где? Через дорогу. Через реку, точнее. Там вообще красота. Здесь привал или дальше? Поскольку привал из-за тебя, поэтому ты нам командуй.
Здесь, давай передохнем. Положи его просто. Только не на дороге, то велосипедист поедет. Вон, в сторонке. Ага, все. Ну конечно, чего она. Не сразу, это твое так было. Да, у нас привальчик. Сейчас продолжим. Как ощущения? Щелкну тебя? На фоне вот этого здания. Хорошо. Так. Давай, да, да, да. Сейчас. А где у нас солнце там? Солнце? Подожди. Игорь, так не моргай. Посмотри, а, посмотри, может я что-то не так. Что он? Что она умеет делать? Вставляй, какие вставляй телефон. Надо халявать. Дай. Зуб не берет. Видео. Запись. Давай, давай, пока ставь. Сейчас, потом сейчас, нажмешь. Не, не, сейчас. Тут, где, где. Давай, да. Верхом. Так, вот. Ставил? Ровненько? Вот, да, вроде. Относительно. Подожди. Давай. Разбираемся со стедикамом. Так. Дальше что нам надо? Он вообще работает? Вот, вертикально держит. А вот горизонтально держит. Ну, он плавно будет переводить, да, как ты это. Но... Ну и обзорчик у тебя будет на это. Так, сейчас у тебя это видеозапись стоит. Не как... стоит, вот так. Так, если что, джойстиком вот, ты более вертикально, более... Понял, да? И моя технология. Ну, у тебя сегодня будет на обзоре не только V8F, но и вот этот Osmo DJI. Не знаю его там, не хают, не ругают обычно, но у меня пару раз бои были, когда резко что-то делаешь. Ну посмотрим, резко посмотрим, он, что наснимаем. Резко он очень плавный, во всяком случае, точно. Короче, у нас сегодня прогулочка. У тебя что, свод стопы устал или что? Не, почему не, ты стал я запинаться просто, видишь, на нем? Я когда на этой бугристой дороге начинаю немножко останавливаться, и поэтому я с поворотами сразу начинается проблема. Не надо, ёрзай, если скорость сбавляешь. Готов продолжить? Поехали. Вон, смотри, какая летит. Типа цесночки что-то такое. Небо! Ну да, какие-то наши эти состоятельные граждане летают. Опа. А мы летаем здесь. И у нас свободы больше. Так. Да, нажми, подержи кнопку. Белую? Да. Оно выключилось. Теперь нажми еще раз. Все, еще раз коротко нажми, чтобы свет включился. Ага, все. Чтобы тебе заметно было. Ты чего, Андрюха? Вот я проверить хотел. Зачем? Что ты хотел? Оно крепко держится. Не крепко. Крепко держится оно. Если ты руками не выдираешь, оно держится крепко. Понял? Наверное, чехол нужно снять просто было. Не, отлично, все держится у тебя, все превосходно. Окей. Потряси, можешь потрясти, вон над листвой потряси. Оп. Потряси над листвой. Над листвой. Подожди, куда оно? Чтобы убедиться. Судя по тому, что люди пошли на мост, навряд ли там будет чего-то уже. Так. Ой, Андрюха. О, не тихо. Мы даже что-то снимаем уже, оказывается. Все нормально она держит. Да. Ну и ладно. Снимаем, снимаем. Ну, снимаем. Так, ну что, покатушки наши продолжаются. Без спешки. У тебя, смотри, вот, всегда сбоку нога, сбоку, сбоку. И подальше от педали. Подальше от педали. Давай, на грязине елось. Газку побольше чуть-чуть. Чуть-чуть газку побольше. Если что, подъерзывай. Хорошо? Мы сразу сегодня с грунтовых дорог начали вот так вот. Как тебе музычка? Куда тебя? Подъерзывай, подъерзывай всегда. Смотри, тебя куда-то клинит, ты подъерзывай. Нога сбоку, Игорь, сбоку. Без спешки. Подъерзывай, подъерзывай. Подъерзывай газку чуть-чуть побольше. Что ты на месте-то стоишь?
Расслабься, главное расслабься. Выпрямись, расслабься. Здесь вот на этой грязи вообще не елось. Чуть-чуть держись вот здесь. Где, как не здесь, можно президенту там еще ЦУ давать. Пока не догнал, да не вставил по первое число. Сюда обычно люди не доходят. Я здесь, например, ни разу не был, сколько мы не были в Павловске. А доехать можно куда угодно. Там вообще щебенка есть, можно по щебенке попробовать покататься, но не надо. Да, мы в Тьму-Таракань едем. Здесь люди ходят, и, судя по всему, они ходят не через платный вход. Смотри. А нет, хотя там тоже стоят, посмотри. Не, решетки стоят, смотри. Мы можем до туда доехать, но я думаю, что там... Доедем до туда? Для жителей Павловска может быть бесплатно? Там тоже люди стоят. Точно, тогда можем разворачиваться. Все, мы убедились, что платно разворачиваемся. Без пешки. Ты можешь... Я проеду вперед, а ты развернешься, да, чтобы я тебя видел, да? Без пешки, без пешки. Можешь ногу составить и развернись. Уточнить, может быть, для жителей Павловска вход бесплатный, кстати. Это было бы логично. Согласен? Не знаю. Постреливает. А здесь, по идее, же стрелковый клуб «Северянин» где-то недалеко. Но он под Колпино вроде, но это вроде тоже недалеко здесь. Сегодня у нас такие стихийные покатушки. Андрей сегодня тестит колесо V8F. Президент просто с нами за компанию. Это огромное счастье. Куда? Ну, туда прокатимся дальше, что по периметру все. Ты скажи, ты, если замерзнешь, ты скажи, хорошо? Да сейчас мы. Сейчас, ага. Там тепло. У нас по двое курток. А вот у тебя шея открыта. Я в такие дали, конечно, не заходил. Да и никто, наверное, не заходил. Но здесь ситуация, если везде входы контролируются, должна быть спокойная с точки зрения там криминала. Это 100 рублей в день, не гуляешься. Я думаю, для них должна быть скачука. Либо символический платеж, либо... Ну что, может, подъедем, уточним у них, что там по ходу?
Андрюха, если ты коротко нажмешь сейчас на кнопку, то включишь свет, если он тебе нужен, конечно. Ты можешь даже нажимать на ходу, но главное аккуратно. О, нифига себе, ты круто. Слушайте, ну вот можете убедиться, вот я сейчас камеру на уровне лица держу, что фары, ну, так не слепят. То есть нормально они работают. Сейчас, хотим. Ну мы сейчас спросим просто, да? Какие правила? Правда, после диалога с охраной нас могут попросить, да, на транспорте. Чисто теоретически. Да. За то, что дороги плохо делают. Отвалились куда-то в сторону. Разрешите поинтересоваться, вот сами из Питера, а скажите, а для местных здесь тоже вход платный? Да. Всем по 100 рублей, да, получается? Конечно. Ну, зато порядок, зато все делают. Спасибо, ответили на все вопросы. Здесь нет каких-то дней, когда можно бесплатно прийти? Будничные дни. Будничные дни, все, все свободный вход, да? Вот. Отличный парк, спасибо. Спокойного дежурства. Я вас понял. А до которого часа парк работает? До 19. До 19. Спасибо. До 5 платно. Спасибо. Значит, и утром с 7 утра до 10 будничных. Ой, правило это. Суббота, воскресенье платно. Ой, бесплатно, а потом с 10 до 5. Спасибо вам огромное. Дай Бог здоровья. Да. Хорошая работа, высокой зарплаты. Скажи. Кому в уши? Дядя Вова, кому как не тебе по поводу зарплаты говорить. Спасибо большое. Без спешки, ёрзай. Президент, ёрзай. Видите, гуманные условия, да? По будням нормально. А когда наплыв народу идет, ну тогда только платный парк становится. Поэтому местные жители абсолютно спокойно могут гулять в будние дни. Это очень здорово. Я считаю, что это правильно. И судя по тому, что я еду задом и до сих пор еще не шлепнулся, значит, дороги в норме, друзья. Ну, либо у меня просто классное колесо. Ну и пока боженька нам свет дал и дождя не дал, так что нормально. Так можно кататься, проводить время с пользой. Очень здорово оттачивать навыки на моноколесе, то есть часы на карте. Такой красивой атмосфере. Если бы еще золотая осень, еще не упустил я ее. Вообще было бы. Или наоборот, снег кругом. Согласись, что так гораздо приятнее на колесе гонять, когда можно еще это делать, ну в таком месте. А? Или нет? И к тому же здесь дорога не совсем ровная, поэтому оно как бы спокойнее. Можно еще покататься. Ну конечно. Только на велосипеде-то особо не накатаешься в нашем возрасте, по крайней мере. Ну слушай, по крайней мере, после этого ты не сможешь еще поработать. Ты устанешь, придешь домой и без задних ног будешь спать. Но зато для здоровья, говорят, очень полезно, когда ты заебываешься с утра до вечера. Не удержался, выругался. Прошу прощения. Андрюха, как ощущения от колеса?
ладно, не концентрироваться. Если ты едешь, значит, уверенно себя чувствуешь пока. А перчатку, может быть, надеть тебе, помочь? На колесе есть такой нюанс, когда тебе звонят, и надо ответить. Вот, допустим, на айфоне надо обязательно там разблокировать каким-то образом звонок. Хотя, может быть, достаточно мне на него посмотреть. Не, ну носом все равно придется разблокировать, чтобы перчатку не снимать. Да, кстати, хороший выход. Потому что очень бесит, когда надо ехать с голой рукой. А когда холодно еще, когда ветер. Так, ну что? Сейчас ветра нету, да. Но там есть, а здесь нет, потому что деревьев, наверное, много. Ну, надеюсь, видео получится. Погодка сегодня, да, как раз прогулочная такая. И у нас прогулка полезная, потому что у нас тест-драйв стедикама, тест-драйв колеса V8F, тест-драйв этого колеса и накат часов полета. Не там ли вы заходили? Не, вроде нет. Совсем не там. Ну, мне кажется, что вон там далеко заходили. Я могу ошибиться. Туда еще дальше, туда левее. Мы сейчас туда, я предлагаю, да? Вы, если я куда-то не туда буду ехать, вы мне говорите. Аккуратнее с ямками, просто она, колесо проедет по ним, но просто, чтобы вы не испугались. Хрюкает? Гремит что-то? О, первый отзыв, что-то в колесе на кочках гремит. У меня все гремит. У меня гремит все. Велосипедистам привет. Может, попало. Да ладно. Что там может быть? Камушек попал? Я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный канал? Вроде нет. Андрюха. Когда едешь, такое чувство, как будто вот что-то пощупал. Может, что-то открутилось. Колесо открутилось. Колесо открутилось, да, сейчас. Передохнешь? Нет, просто остановился, посмотри. Какая прелесть. Уже могу сказать. Можем пофоткаться, если хочешь. Подушки мне не нравятся здесь. А? Орлиный взор, давай, чтобы удовольствие. Выключи. Просто клади. Оно как пусто. Без разницы. Тебе понравилась эта усадьба? Да, видишь, крыша. Потому что там спа жилеты хранятся, там весла хранятся. Я так понимаю, это как раз лодочная станция. Наверное, да. Такая экскурсия. Соломенный домик. Андрей, секундочку, я щелкну. Гарант. Да, там эти самые круги. Смотри. А что ты так переворачиваешь аппарат? Чтобы широкоформатная штука была. Ты хочешь на Инстаграма? Так сделать. Сделаю так и так. Критика. Маски шоу у нас сегодня. Я тебе могу сказать уже. Во-первых, балаклава намокает. Я вижу по тебе, вижу по мне. Это ладно. Подушка. Неудобные. А катастрофически неудобные. Почему? Они, получается, возможно, для моего роста, но они в неудобном месте как-то прилегают, и они узенькие получаются. Так ты пошире ноги ставь. Ну, само собой, но все равно как-то не то. Да? Да. О, нифига себе. Я тебе могу сказать, что вот, как для себя, или их переделывать немножко, или привыкать. Сейчас поездим, попривыкаю, посмотрим. Хорошо. Самое интересное, я думаю, когда его купили. А, я видел его с прицепом, но без Кофе, кафе, кафешка. Думаешь, рабочая? Да, конечно.
Мы его там с собой принесли, нет? Розовый, ну, может, и с собой. Хочешь попить? Не-не-не, чайку, не, я просто. А мы не туда случайно едем? Ты эту деньгу выложи, дядя Вова. Хорошо. У меня было две в заначке. Я достал. Было там 200 рублей, ну нормально. Видите, две. Я одну, видимо, куда-то сплавил все-таки. Нечаянно. Триндец. Нет, с твоим... А я думал, они нормальные. С твоим интерфейсом можно... Они, оказывается, старые. Какие старые? Они банка приколов. Ты не понял? А, это банк приколов? Да. Ты чего? Кому-то втюхал. Кошмар. Ну что, я вон по той живописной. Не хотите проехаться туда? А ты что вертикально решил поснимать? Нет, я решил попробовать. Тебя дядя Вова убедил? Нога всегда сбоку, а? Вот это что за кнопка? Не знаю. Не знаю, это, наверное, приближение удаление, это когда ты поставишь себе приложение. Хочешь, можешь поставить, пока едешь. Ладно, а перевернуть? Два раза на кнопку включения, быстро. Дынь-дынь. Есть такое. Ну что, туда или туда? Поехали куда-нибудь. Куда-нибудь, ну давайте. Туда. Ну туда, наверное. Туда, а туда. Тут уже, я думаю, в одно место сейчас будет. Нет, какое? Парк-то, как показывает практика, большой. Без спешки. Без спешки, вот говорю. Всегда на ходу. Да нет, все нормально у тебя. Один раз коротко нажми на кнопочку. Один раз, все, свет включить. Все, все. Без спешки. Ага, все, подъёрзывается что. Расслабься, главное. Ты сейчас сам зажимаешь. Приветный клоц. Закройте вашу книжку. Растеряющий? Растеряющий, нормально. Ну, пускай растеряющий поиграет, да. Не удалось мне его на колесо поставить с гармонию? Растеряющий? Да. И без гармонии тоже не удалось. Занят он всем. Пока не понимает, что это такое. Да никто не понимает, что это такое. Аккуратно, Андрюха, ты это, не зазнавайся, главное. Вспоминай всегда того дядьку, который спиваться въехал. Там видосик такой, я тебе потом покажу. Ну, уедешь и чего? Купнемся. Мы же быстро до машины вернемся, если что, понимаешь? Я помню, зимой так. Клюси во всем. Поехал на мопеде. А что-то педали были скользкие, у меня заскакивает нога одна. Ага. И потом, естественно, мопед наклоняется, и рука соскакивает. И я просто упал метра за два вот так вот до пруда. Обалдеть. Потому что иначе я бы влетел. Предлагаю туда? Без спешки, без спешки, подъерзыванием. Знаешь, как это? Как же там называется в математике-то все это? Производную делаем, да? Строим производную. Но не угробил? Телефон звонит? Да такие звонки, это знаешь, от кого приходят? От жулика. Чтобы перезванивал. Да, да, да. Короткие. Я их все в черный список кидаю. Ах, жулье, как оно утомило. Ну что поделать, без него тоже никак. Какие-то санитары леса они, что ли, я не пойму. Что правоохранительные органы работали. А, мы оттуда приехали, да. Какая дорога пошла. Ну ничего, для массажа, для разнообразия, я считаю, что очень даже ничего. Тебе, чтоб ноги размять, это же хорошо. Ты, если что, ты делай так вперед-назад, чтобы понимать, что это ты управляешь, понимаешь? Да, да, да. Вот тоже хорошо по парку побегать. Да. Это же здорово. Только потом разве что-то ты сможешь сделать. Ты придешь домой и будешь спать. По парку лучше, чем вдоль. Согласен, конечно. Нюхать воздух, да, от машин. Но, наверное, знает особо тоже. Или у него спортивный бег. Наверное, они знают места, где можно просочиться. Наверняка здесь есть хотя бы то место, да, там, где газончик. Ну, нам чего? Нам все, что на развитие парка, это хорошо. Это же не просто так, как раньше. Там чеки дают, все электронные, да? Все видно, сколько пробили, сколько что. Может быть, есть, конечно, кто за полтинничек ходит. Я думаю, организация большая, поэтому здесь это не приветствуется. Друг на друга могут ляпнуть.
Да, спасибо, Андрюха, огромное, что тебе такая мысль пришла Павлу сгонять. Хоть тестовая поездочка. Представляешь, мы сюда приедем, когда... Я там конца крайней. Золотая осень. Так отслушай, ты же на колесе. Только ты освоишься сейчас. Мы сейчас... Зимой надо обязательно. Подмерзает, да. Мы, кстати, можем даже вот выехать и по траве поехать, чтобы ты знал. Но не надо, конечно, зачем? Явно не поедет колесо по такой траве. Одни ямы. Ну что, развернемся туда, пройдем? Давай, сможешь развернуться сейчас? Остановись. Так, у нас президент... Президент выразил недоверие. Такой одинокий на фоне соляных камней. Дядя Вова, давай сюда. Нет, что вы наши. Собственно, давайте вставайте скорее, это огромное счастье. Это большое счастье. Вы научитесь, у меня видео в Ютубе есть. Вбейте Путин на моноколесе и попадете на мой канал. Там я за 5 минут, ну не за 5 минут, за 15 минут ставлю человека. Вы посмотрите и знаете, как это сделать. Тогда он сам вас может легко поставить. Ну посмотрите видосик. Не-не-не, что вы что? Не-не-не, это все очень просто, запомните. Вот сейчас, Игорь, дальше не спеши. Эй, дядя Вова, это наш гарант. Я ему показать хочу. Это величайшее изобретение после смартфона, запомните. Я это поняла это уже, не если да, он да. Ездит 2 часа на машине, заменил машину на эту штуку, доработает. Да. И главное, это большое счастье, огромное счастье. Дядя Вова, смотри, чтобы ты понимал. Тебе по барабану. Так что мы можем не по дорожкам ездить, мы можем ездить где хотим, чтобы было понятно, Игорь, понимаешь? Не надо ничего, ничего не надо, оно само все делает. Ну, единственное, что газоны нам не надо топтать, у нас есть тропинки, да? А так это можно везде, где угодно и как угодно. Это все тупиковые штуки, которые были, да? А вот это уже все, это самое совершенное, что изобрели. Остался владеть своим телом, да? Там все просто, там все просто. Тогда даешь задание. Вобьете Путин на моноколесе, увидите вот Игоря, он у нас... Да. Не-не-не-не-не-не-не. И посмотрите, как он вставал. Сколько вставал? 15 минут, да? 15-20. 15. Вот так с одной ноги надо, да? Да-да-да, как на велосипеде, все то же самое. Да. Игорь, разворачиваемся и гоним туда, да? Оттуда приехали, да. Да, там выходы есть везде. А вот мы не местные, поэтому не знаем. Но выходы там есть, мы проверили. Туда-туда, мы же весь парк. Да, конечно, это я тебе показал просто. У тебя же сомнения какие-то. Ты можешь сам проехаться, если хочешь. Ну, все, поехали. Ты понял, да? Колесе без разницы. Дальше все зависит только от радиуса колеса и от протектора покрышки. Чем больше вязкость, тем больше нужно колесика, больше шашечек надо. Но я вот сейчас при тебе, да, проехал, все, там, где нет дороги. Естественно, по пашне нужно совсем большое колесо, да? И с широкой покрышкой, чтобы сильно не проваливалось, да? А по болотине, соответственно, колесо нужно вообще широкое и мягкое. Но колесо, оно же считывает все, понимаешь? Это на велосипеде ты там не проедешь. Потому что велосипед и буксовать начнет, и что? А здесь компьютер все решает. Все решает. Какие у нас красивые парки. А ты представляешь, что здесь можно еще сделать? Это ладно сейчас денег, немного. А если они здесь сделают какого-нибудь, пригласят садового этого гения... Как у нас во Фрунзенском районе, шикарные же парки. Ну будут через 10 лет, они будут уже взрослые и совсем шикарные. На грязи главное не ерзай. По грязи просто прямо едь, хорошо? Потому что там боковое соскальзывание. Я прям чувствую, как грунт застыл уже. Не любит женщина Путина, да? Она такая прямо ее перекоробила. Ой, друзья, как можем не любить? Ну, президент наш, ну, не будем любить, будем в стрессе жить.
войны не было. Да, конечно. Все остальное глаза можно закрыть. Да. С голову тоже никто не умирает. Дай бог. Один мрот, он спасает жизнь. Ну да. Чиновников, которые про макарошки говорят, увольняют время от времени. Дебилов становится поменьше. Как стедикам получается, Андрюх? Да ты чё? А в каком режиме ты снимаешь съемки? Сколько кадров? Какое разрешение? Да, там будет еще это 720 и 480. Мы же хотим, я же тебе сказал, что мы проедем весь парк. Ты просто когда ноги будут затекать? Да нет, ноги, ты говоришь, ноги затекают. Не, на подъем стопы он может ныть начинать. Нет, нормально. Нет? А, ну тогда зачем мы перерывы делаем? Катайся в хоккей на коньках, вот там вот затечет. Точно же. А как ты там делаешь, чтобы не затекало? Точно, ты же у нас хоккеист. Там посложнее, там такие виртуозные. Конечно, посложнее. Во-первых, там два конька. То есть два раза уже сложнее точно. Хочешь, можно здесь по грунтовой дорожке прокатиться? Поехали нормально по дороге. И так она не такая уж ровная. Ну, это чтобы нам не скучно было, она же все-таки парковая. Скамеечки такие футуристичные. Ну что, музычку заведем или не надо? Ну так, чтобы люди не пугались. Очень. Сейчас включу, чтоб. Нет, я не плачу. О, какая интересная дорожка. Денег не хватает. Ну слушай, ну откуда здесь деньги? Если тут чуть-чуть дают. Но мы едем там, куда вообще никто, наверное, не заходит, понимаешь? Мы же все культурные места сейчас объехали, они там в центре где-то, но по периметру сейчас хватает. Кстати, можно по травке, там будет мягче. Вот смотри, Игорь, вот здесь. Это какая-то березовая роща. А чё я в балаклаве-то еду? Я ж затылком. Задом ехать хорошо еще, потому что это. Вот здесь, ребята, я предлагаю, вот за мной. Я надеюсь, я снял. Может, ты все-таки подустал? Точно? Ёрзнул на скользком? Поехал туда. Ну как же без этого-то? Как же без этого-то? Не знаешь броду, не лезь в воду. Расскажите ваше впечатление. Слушай, ну шикарно, вот сколько, смотри. Че нам на детей ругаться, если сам взрослый, видишь лужу, думаешь, сейчас я ее проеду. Но брода-то я не знаю, а лужа-то оказывается глубокая. Ну, как говорится, на колесе падать не страшно, потому что невысоко. Ну, а теперь придется мне перевернуть его задом, потому что меня будет закидывать брызгами. Посмотри на меня, чтобы я был не очень грязный. Ты мокрый, но не очень грязный. Это хорошо. За исключением лица. А что с лицом? Оно очень грязное и не мокрое. Ты что, серьезно? Да. Это меня закидало от колеса, наверное. Я надеюсь, я все это снял. Итак, друзья, падать не страшно. Ой. Неприятно. Неприятно. Слушай, неприятно это, когда ты не успел заснять. Понимаешь? А когда ты это заснял, это не то, что приятно. Это офигенно. Без спешки. Давай передышку. Мне кажется, ты просто гонишь, что ты не устал. Фу. Короче,
все у нас сегодня, и падение тоже есть. Это очень хорошо. Контент валит. По таким проселочным дорогам вообще падать приятно. Только единственное, чтобы не запачкаться. Потому что как бы они мягкие. Ну, когда вы едете задом, будьте готовы ко всему, друзья. Поэтому... Как будто лошадьми пахнет. Есть такие? Да, лошадьми пахнет. Здесь, наверное, либо конюшни, либо коровами тоже. Катаются. Ты думаешь, это... Может, может, конский, да. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих. Очень хорошо. Раньше остальных, но я не плачу и не рыдаю. На лужах аккуратно, без резких движений. Я найду, где потерять. Без резких движений. И очень может быть, что на свою беду я потеряю. Больше, чем найду, пусть весит на ветер жестокий. Ума нет здесь морей. Белеет мой парус такой. Аккуратно, здесь небольшая канавка. На фоне стальных кораблей. Здесь без ветра. Ну что, давайте по лесной дорожке чуть-чуть проедем. Здесь могут быть корни. Шишки пошли. Аккуратно, корни. Корни. Так, сейчас грязь будет, надо ее объехать где-то, справа или слева. Колесо начнет съезжать сейчас. Лучше без спешки. Без спешки, справа либо слева. Может, обратно поедем? Ну давай уж доедем, да. Куда ты доедешь? Понял, почему без спешки, Андрюк? Да. Предсказуемо. Да, грязь склизкая. Мы по ней можем ехать, но главное аккуратно. Это как по мокрому снегу пока что. Ночь. Вот, видишь, я дрифтую. Все, можно вставать. Все, хорошо. Здесь уже сухо. По краям. Если устал, можно передохнуть. Корни такие приличные. Видать, вода здесь течет и подмывает так время от времени. А денег на то, чтобы здесь гаревые дорожки делать, нету. Если устанешь, скажи, в этом нет ничего зазорного. Что
Да. Фара здесь лучше, чем на Гатвее. Ну, на Супиксе уже все, уже только прошки, у которых двойная фара. Там, я думаю, очень хороший пучок. Так что, ну, на V8F очень хорошая фара. И на восьмерке хорошая фара, здесь еще лучше. Корень большой. Готовимся, большие корни. Какое счастье это, быть блогером. Любая неудача — это такой плюс. Это просто я не могу. Главное, чтобы оно это. О. Заборчик уже, да. Сейчас мы к заборчику подъедем, посмотрим, что там. Без спешки, без спешки. Еще там нет. Там пописать. Ребята, друзья, у нас туалет удобрим. Итак, парк нам позволяет, как говорится, утолить все наши потребности. Надышались кислородом, слили рабочие жидкости культурно, не в общественном месте. И теперь можем продолжить нашу экскурсию. И хотелось бы заметить, да, если вдруг вы падаете на моноколесе, самое важное, это, конечно, во-первых, чтобы у вас были все карманы на молниях, чтобы не потерять чего-нибудь, чтобы не выпало. Потому что падать невысоко, не страшно, но можете потерять какие-то вещи. Вот только что мы говорили, Андрюха, оказывается, вот у него резинка как-то выпала. Хотя он не падал, да? Нет, не падал, просто от вибрации. Итак, у нас небольшой перерывчик. И дальше продолжаем путь. Мы так по периметру сейчас парк идем. Центр мы миновали. Сейчас, я так понимаю, мы у вокзала выйдем, правильно? Да, вот, у вокзала далеко. О. Да? Так, прошу прощения. Нажми, держи. Теперь еще раз нажми, чтобы фара включилась. Нужна она? Да, конечно, тебе видеть обязательно. Как не нужна? Корни видеть, то надо. Было видно, а сейчас уже, сейчас я думаю, на видео-то не все получается. У меня уже временами ночь. Давайте, без спешки. Так я катаюсь, я больше удовольствия, чем вы получаю. Я и за вас еду, и за себя, и за того парня. Смотрите, через грязевые проезжаем просто, не ерзая. И лучше правее или левее. Потому что когда мы начинаем ерзать, у нас здесь, я думаю, даже передом придется стать. Да, здесь вот этот говнолин преодолевать нужно либо на скоростях, потому что так он просто глубоко вязнет. Вот сюда я не хочу ехать. Хотя задом я туда заехал. Кстати, на Супиксе, на котором Игорь сейчас едет, это можно безбоязненно делать. Просто в грязи что там? В чем здесь коварство? В грязи могут быть корни. И, соответственно, наезжая на корень, ты соскальзываешь, и колесо падает. Ничего страшного в этом нету. А самое удивительное, то чем дальше мы заходим, да? Тем дальше нам придется обратно идти. Не-не-не, там будет выезд по-любому. В твоем голосе звучит надежда. И она вся такая. Вроде на возвышенность вышли. По краю можешь спокойно ехать. Ну, ручку выдвини, чего ты? Игорь, смотри, смотри, подожди. Я понял, не надо. Кстати, может, мне тоже фару включить? О, моя фара по сравнению с вами вообще. Вообще не видно. Не, ну она освещает. Она желтенькая такая. Кайфуечка.
Я его протру. Вот так, самую глубину Павловского парка мы уехали, вернее, на самую окраину. По центру грязи ВЭЙ. Объезжаем по краю. Здесь придется, наверное, спешиться. Здесь вот яма. Я по ней еду. Что-то я очкодавлю, а надо было ехать и ехать. Ну, света не хватает, чтобы красивая картинка была. Друзья, у меня для вас радостная новость. Походу, это тупик. Возвращаться будем через поле. Слушайте, как красиво, а? Без спешки. Фару включи, Игорь. Раз, коротко нажми. Ага. Может, оно у тебя выключено, оно не держит горизонт. Нажми, нажми и держи. Нажми и держи. Колесо выключится, потом нажми и держи, чтобы оно включилось. Все, включай. И разок нажми, чтобы фара включилась. Поерзай, держит колесо. Ну все, давай. Дальше будет веселее. Сейчас, наверное, будьте здесь, я на разведку. Слушайте, давайте, вам понравится. Давайте, вам понравится. Ты шутишь? Серьезно? Ты здесь был? Ты хочешь в дебри опять? Поехали, да, отлично. Здесь, по крайней мере, светло. Колесо включилось? Горизонт держит? Ага. Березки. Ты здесь ходил? Серьезно? Ух ты какой! Без спешки, без спешки, без спешки. На грязи не елось. По траве нормально едем. По траве, не по грязи, а по траве. Без спешки, чего ты? По траве нормально ехать. И значит мы не встанем, и значит мы не будем покупать билет на пароход. По траве нормально. Ногу сзади не держи, всегда ставь сбоку, Игорь. У тебя основная ошибка, это ногу ты ставишь сзади. Тем не менее, плыть по волнам, в бурном море людей колыки, не щадя живота своего. Давай, хоккеист, что ты? Да! Не ставь ты ногу сзади. Проезжай, 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 проезжай. Проезжай. Газку чуть-чуть побольше. Чуть-чуть побольше газу. По траве есть спокойно. Чего ты? Робеешь. На грязи только так не ерзай. А то соскользнешь. О! Где ж ты была, песенка, когда мы по дорогам ехали? Игорь, я тобой горжусь, ты крут. А то до этого так рабел что-то. Я ж обалдел. Ну-ну-ну, прям погнал аж, все. Я согласен, чем быстрее едешь, тем устойчивее колесо. О, от рогов. Ночуя в буераке под калиновым кустом, нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас пьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. Вытри слезы, отдохни немного, я русская дорога. Отходи, утри, горючие слезы.
спешке аккуратно, технично проезжаем. Нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. Технично, Андрюх. Давай, газуй. И стали все крушить вокруг, разбили пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам. И добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием. Когда мы отступаем, это мы вперед идем. Вместе с холодами и лесами. Впереди Сусани. Без спешки, без спешки. Опять низинку спустились, опять влажность повышается, поэтому без спешки, без резких движений здесь главное. Нам, конечно, эпичный финал не помешает, но не надо. Хватит моего падения сегодня. Без спешки. Офигенно! Красиво! Красиво! Мне да. Ну ничего, ты заезжал просто, конечно. Чего? Давай вот здесь стартуй. Давай вот здесь вот стартуй. По сухому. Вниз. Я вниз на разведку съезжу. Слушайте, там очень хорошо. Там очень хорошо. Я не знаю, как дальше, я проехал туда. Давай, давай по светлу. Ты туда ходил и туда, Андрюха? Давай вдоль речки прокатимся. Если что, вернемся. Да, 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 конечно. Вдоль речки? Да. Там офигенно. Там офигенно. Главное, не очкуй. Все нормально. Конечно, колесико тонковато. Не, у тебя хорошо. У тебя хорошо. Давай. Сейчас я музычку подберу. Без спешки, главное не очкуй. Без спешки, без спешки. Хорошо же. Здесь грунт какой-то вытащенный, я понять не могу, кто это, что это. Кроты? Фига себе, какие они здоровые, а? Кротовая горка. Главное, что она сухая.
и совсем не скользко. На скользких нужны шашечки и большое колесо, большой протектор, чтобы совсем грязь смесить хорошо. На этих тоже можно, но надо аккуратненько. Здесь просто светло, а там что по темени ехать? К тому же, когда еще по этой тропке пройдешь? Вот это кроты здесь какие, монстры, а? Судя по низине, когда-то натыка была широкая. Дальние времена. Весной, может, отмывается. Здесь горка. Вжух, ямка. Смелее, смелее. Не ушибся? Не ушибся? Не-не. Чуть-чуть мало газанул? Практически. Решил мне контент сделать? Нажми и держи, чтобы она выключилась, и потом... Оно держит горизонт сейчас? Ну так все тогда. Точно держит? Ага. Все, да. Давай, в горку надо газку чуть-чуть. Да, наверное, ты прав. Наверное, широкая река была. Какой мост, а? Живописный. Ох ты, какая крутая горка! Как мне это нравится, а? Ну, Андрюха, затести колесико. И задом, оп. Давай, давай. Задом можно, да. Без спешки. Ну что, съедешь аккуратненько? Без спешки. А куда нам дальше, Андрюха, ты знаешь? Да. А может, нам надо дальше по той дороге, нет? Скорее всего, да, наверное. А? Наверное, одинаково хреновые. Нет, вон та дорожка тоже хреновая, прямо которая. А тут потом будет ли там мост опять? Хрен его. Будет, будет. Второй мост большой в центре парка. Да поехали тогда. Еще мост посмотрим один. Просто там-то, может, моста и не будет больше. Да будет. Второй. Это же не основной мост. А там основной возле ратуши какой-то там. В той стороне там? Или в той стороне? А в той, в той стороне нету. А в той стороне поля. Туда поехали. Тогда туда, конечно. Нет, поехали тогда по той. Ты объясни, нам чтобы... Нет, так без разницы, вон светится, видишь, вот там вот мост. Так все равно мост, какая разница нам? Ты хочешь там по той тропинке проехать? Мы можем, в принципе, вон... Мне кажется, она так по таким углом идет, мы не съедем в речку, а? Да, Виталь, можем вот там, где люди, по темноте. Но мы все равно к мосту выйдем. Давай, давай, поехали туда. Поехали. А то я там не вижу особо. Она куда-то в лес тоже. Я культурного не вижу. Так себе она там будет, да. Ты хочешь сойти, да? Ну да, лучше не рисковать. Согласен, с места тоже. Ты так себе. Конечно, не. Слышь звук? Это у меня, походу, подшипник там проворачивается. Ага. Ну, который, да, внешняя обойма, наверное, проскальзывает. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь прекрасна. По какой нам? Вдоль или по этой? О, какая классная, а? Поехали, а там по грязи решил? Параллельно поедем? Давайте я на разведку туда съезжу. Давайте, светлячки. Слушайте, что мне нравится у зла, у него спектр цвета такой, где-то 3000 кельвинов, то есть он такой, не белый, он желтый. Блять. Как так? Где? Зацепился, может, за что-то? Не-не-не, юзом прошло. Ерзанул ты. Ерзанул. Кровь, травмы есть? Да нет никаких травм. Точно? Ну-ка, посвети-ка, Андрюха.
колесом, колесом. Свечу. Оно не, 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 вот не туда, бьется. С самого начала этого пути, как Игорь начал соскальзывать. Вот он ехал. Вот вертанул, вот он пытался вот. Выехать, а его обратно занесло. Вертанул и ерзанул. Главное на грязи не ерзать, это как на снегу и на льду. Я вроде не ерзал. Ну ерзнул, мы видели там след. Ты перед этим ерзнул? Ага. Алло. Ну мы еще в Павловске, сейчас возвращаемся к выезду. Потихоньку. Далеко уехали. Вот у нас как получается фара светит. Чего? Дома, конечно. Да? Твою из дома? Кого его? Ой, огонечек едет. Ой, а на нем человек. Ну, посмотрим. Фара. Хорошо, что... Чё, сложишь? Тогда сложить надо и в рюкзак мне положить. Да, не вижу. Чего? Как его складывать нужно? Так. Я думал, вот тогда. Типа того. Подержи. То ли батарея у него садится стала, то ли чего, что-то пару раз выключился. Выключился? Ну, куда-то телефон у меня опал. Сейчас, я сейчас. Я сделал вывод, что выключился. Ну, и у меня 40% батареи в телефоне, поэтому пока хватит. Понаснимал. Уже все равно темно, почти ничего не видно здесь. Я понял тебя. В мою осяку. Так, стедикам убрали чуть-чуть. Передохнули, вот у нас свет фар. Получается, блядь, у меня был огромный самый цвет. Желтенький. Ну, так он ни но зато не у вас светит, самый. Да? Ну, он. Ну, он, конечно, не так круто, как у вас светит. Но, в принципе, поехали. Дорогу видно, да. Ты готов точно? Поехали, без травм? Поехали. Нигде кровище не хлещет? Да какая кровища? Давайте, на льду и на грязи без резких движений. Когда зашагиваем, всегда нога сбоку. Вроде дорожка в горку, поэтому по суше будет. Музыку включу, а то вдруг тут медведь местный какой. Мы правильно едем, Андрюха, или нам туда налево? Ночные покатушки, да. Меня порадуют там комментариями. Видео нифига не видно. Так, аккуратно, здесь грязюка начинается. Здесь можно соскользнуть. Ах ты крутой какой! Ах ты хитрец! На свет не будем уезжать? Здесь поедем. Посмотрим, куда нас приведет дорожка. Аккуратно, грязевые ловушки. Грязевые ловушки. Резко не поворачиваем, резко не... Еще одна грязевая ловушка. Грязевая ловушка. Телефонный звонок. Да, Андрей. Здравствуй. Давай. Давай, я буду через час, через полтора. Ага, давай. Аккуратно, камень здесь торчит. Вот так вот. На каком еще транспорте я могу тогда? Едучи ночью по коварным грязевым ловушкам, поговорить еще по телефону. Аккуратно, грязевая ловушка коварная. А здесь прям в повороте она, то есть, чтобы резко не долануть. Москвою. Да, конечно, сюда хорошо утрецом приехать, да? И весь день катать. С
чайком, с кофейком, да? Ну что, налево, направо? Налево, да? Да бог его знает. О, трасса прямо, скоростная. Платная началась. Все в норме? Про меня, да, я бы вас завел. С моим географическим кретинизмом. Какие деревья, а? А еще 16.52, еще, то есть 5 часов даже нет. Класс. Да. Ну, Игорь, ты прям сегодня класс повысил. Грандиозно, аккуратно, без резких движений. Я чуть вьюзом не ушел. Видал, как я ерзнул? Посмотрим. Аккуратно здесь опять начинается царство коварства. Да, конечно, сюда с девчонкой, да, и целый день. Тынь-тынь, тынь-тынь. Что у тебя с зарядкой? А, одной всего нет, ничего себе. О, да здесь скоростное шоссе. Аккуратно, здесь ямка. На мост доедем, да? На мост, а потом в обратную сторону, правильно? Сторону или прямо? Ну, по парку, давай в обратку, точно? А там есть что-нибудь красивое? Там основной ансамбль парка. Ну, поехали к основному ансамблю парка. Там центральный вход. Если ты хочешь, передохнем. Давай, поехали. Всегда сбоку, всегда сбоку нога. Чай, кофе кто-нибудь будет? Интересно, у них вкусный кофе? Сомневаюсь. Здрасте, а у вас кофе вкусный? А можно три? Без сахара добавить. Включи его, включи, нажми на кнопку. Зачем? Нажми, чтобы она не упала. Нажми и во включенном состоянии всегда прислоняй. Давай положу. Не-не-не-не, нажми на кнопку. Нет, не надо экономить батарею, она не садится. Не стоит. Вот, и все, чего ты? Я на барбе экономлю. У вас сдохнет аккумулятор. Три американ, да. Я заплачу вам это. Сколько сахара добавить? И а, смотря какие ножички у вас. Смотри, какие пакетики. Два пакетика. Чек вам понадобится? Ну, а вы думаете, он настолько хорош кофе, что нам может еще понадобиться чек? Еще вдруг в парке выкинем, а в парке выкидывать нельзя. 300. Вопрос на пугающий вопрос. Надеюсь, не понадобится. Надеюсь, не понадобится. Да. Так, а давайте мы посмотрим по навигатору, где мы нашли. Где? Я помню эти горки. Мы как-то здесь. Вот туда, мы на ЖД-станцию выйдем. Если повернем налево, мы поедем в сторону центрального входа-выхода. Так, вот это мы налево. А если назад поедем, то мы слабаки сдались. Нам назад не надо, нам надо только вперед. Когда мы отступаем, это мы вперед идем. Только надо музычку еще какую-нибудь, если порекомендуете, можно запустить. Под какую музыку хотите прокатиться. Так, удаление запись. Ой, как красиво, Андрюх. Будет потом сбоку, как красиво выглядит колесико, да?
как оно светится? Оно одним цветом или меняется? Можно сделать так, чтобы менялись. А то оно каким-то бирюзовым. Да смотри, а где-то чуть не в середине. Ну так это же разве плохо? Так, а где оно же? Так, музей, заповедник Павловск. Хозяева. Что, соскальзывать начинаешь? Не-не-не, просто посмотрю, грязи налипло, пока ездили там. Сходил, несколько раз сходил все-таки. Ну что у тебя во время кофе-тайма? Что, какие ощущения? Какие впечатления? Неудобные подушки. Неудобные подушки тебе не нравятся? Так а ты представь, знаешь, что я сделал? Жесткие и узкие. Я же когда жене защищал его, я еще сверху сделал. Она сразу сказала, что ей неудобно. Подушки? Да, а мне почему-то нормально. Может, у меня ноги кривые? Не знаю, что. Спасибо. Но подушки не актив. Андрюха, твой кофе. Вот здесь деревья старые стоят. Девкам еще быть старым. Ну, самое нашего рождения. Шикарное место работы. На свежем воздухе. Ну, середина парка. Да. Середина. Вот туда же дальше. Тут где-то ну, ты знаешь, еще это не очень похоже, что именно туда, я ну, тебе скажу. По этой дороге, во всяком случае. Там дальше развилка будет, большая аллея влево, центральная. Кстати, слышишь, фонит она, свист, слышишь? Он сильнее, чем на твоем колесе? Слушай, я пока ехал, не слышал практически его. Я слышал, что где-то что-то шуршит, я говорю, как можно грязь на колесо налипать. Я тебя понял. А сейчас свист какой-то есть, да, но я не уверен, от чьего колеса просто. Вот смотри. Мы сейчас здесь, ЖД станция вот здесь. О, ну ровно в центре, да? Нет, туда, туда. Где-то должен указатель наверху будет, там этот Railway Station, там что-то такое. Ой, ну, тут направление не очень понятно. Да это не принципиально, Игорь. Мы если что, не туда приедем. Вот, на ЖД станцию показывают туда, то есть на том, где светится красненькая штука. Пожалуйста. Спасибо, дай бог здоровья и высокой зарплаты. До свидания. До свидания. Так, ну что, ребята, давайте кофейку попьем и... Я вообще предлагаю кофеечек взять и поехать. Да, это было бы неплохо, если бы было светло. Обратно куда-то туда. Игорь, давай съездим туда, мы обратно всегда успеем. Если мы не туда приедем, мы быстро вернемся же, правильно? Я говорю, вот мы приедем, сейчас свернем налево. Да можем... мы уже выехали на магистраль, которая вот, выехали, шоссе. Вот да? Мы сегодня уже покатали там, где бездорожье. А сейчас выехали на центральную магистраль, мы можем куда угодно ехать, и через 2 минуты мы будем где угодно. Понимаешь? Ты понимаешь, что мы действительно можем за 10 минут весь парк объехать? Ну просто не ограничивая себя по скорости. Тут, ну ты, конечно, вот ты как вставал на колесо, я обалдел. Я думал, нифига себе, Игорь, сюда. А тут уже и по грязевым, по этим проводкам, да, по всему. Между прочим, нет, ну тут я ехал. Вдруг у меня колесо туда ушло в сторону. Да, потому что ты случайно герзанул перед этим. Мы тебе покажем на видео. Там след был, да. Перед этим ты пытался на горочку обратно заехать. Тебя снесло обратно. И там жиденькое было. И снесло. А у меня, наверное, оно очень быстро у меня ушло. Да. Да, 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 хорошо, что я сейчас не наехал. Дистанцию, дистанцию, да. Ну ты это меньше всех падал. Я ни разу не упал. Да, так. Тьфу-тьфу, Андрюха. Похвастаться, оно чисто. Сейчас уже падать не надо. Почему? Потому что мало что будет видно. Да, неинтересно. Единственное, что колесо было. Мне провернуло, я, короче, получилось, волчком развернулся. Волчком развернулся? Обратно, да. Вот так вот с ноги сошел, циркуля, сделал обратно. Поехал дальше. Ну ты как? Ты уже все допил? Все, я выпил. Нифига себе ты крутой такой. Ого-го. Это... Потому что сахар. Ну не холодно, вот чего? Балаклава, я понимаю, мороз был. Не холодно. А не холодно, это с твоей скоростью ездить не холодно. А вот мы сейчас поедем, будет холодно. А я люблю тепло, мне нравится. Мне удобно, комфортно. Не, ну ты закаленный. У меня шея твоя только напрягает. Шея вообще у меня тут он жар. Что напрягает? У меня закрыто тут. Ну, видишь? Вот поэтому я голосую за нашего президента. Сразу видно, порода. Да? Медведя посадить и только в путь.
это интересно. Стволы вроде и широкие. Ага. А сверху а крона такая, как кроны, будто обрубленная. Да, были обрезанные, кстати, были когда-то. Вот мы сейчас поедем, вот по той аллее, там вообще все деревья какие-то кривые, такие странные. Ну, это же классно. С художественной точки зрения это очень красиво. Да, часто я ездил уже когда в Смоленск. За Смоленск. Там какая-то, я не знаю... Крепость? Не знаю, ой, не крепость. Хорошо. Там тоже какая-то усадьба, видимо, была дворянская. Вот, но там вот раза в три, наверное, толще стволы. Не обхватишь вообще никак. Тут еще так можно вот так обхватить. А тут, наверное, можно поискать. Здесь должны быть старые деревья. Здесь надо поискать. Там такие старые деревья. Ну, слушай, раз мы такую традицию завели, можно прокатиться. Надо было лужу запомнить, где я упал. И традиционно падать там. Очень интересно. Надо в разных местах падать. Да. Спасибо огромное. Ну что? Я тебя ищу. Бойцы. Да, обязательно приедем. Ты чего, раз? Вася, ты что, поехали? Да. Мне же на вас хочется смотреть. Я же за вас больше переживаю, чем за все. Нога сбоку. Нога сбоку, сбоку, сбоку. Кстати, я вас не слеплю, хотя и на горке должен слепить. А я сейчас разверну. Погодите, без спешки. Езжайте, езжайте. О, указатель. Тебя-то не видно, но тебя и не будет видно. Сказать, что я слепну, нет, но то, что на фоне света я ничего окружающего не вижу, это да. А, ты про это? Давайте еще и будет там кто-то у нас, товарищ. Мистер президент. Уходит от охраны. Да трындец, вообще разогнался. Если хочешь попасть к машине, надо ехать к машине, а то мы заведем еще куда-нибудь. Ну, поскольку красоты, да, уже не видно, поэтому можем спокойно двигать к посадочному месту старта. Ты особо-то не разгоняйся, нам же тебя не догнать. Без спешки, товарищ президент. Центральный? Я разворачиваюсь, Андрюха, давай за Игоря. Ох
ты какой у тебя фонарь прям, да? Надо либо педали накладывать. Вообще у тебя фара круче, чем у всех. Главное без пьес. О, здесь красота, подсветка. Так, нам надо сейчас здесь по красоте проехать и ехать. Ты не устал? Куда нам дальше? Туда вниз? Гравийка. Не уверен, но уже еду. Аккуратно, без спешки, без спешки. Так, надеюсь, не на камни копчика. Куда-то не туда поехал. Так а зачем падать? Можно было просто остановиться. Это нормально. Экстренное торможение. А что там какой-то снизу мостик? Дайте я на разведку сюда. Сейчас я быстрый. Аккуратно, здесь ямы. А там как раз дамба, которая, видать, осушила ту реку, которую мы видели. Вы видели. Ну что? Вокруг дворца по хорошей дорожке. Да. Без спешки, Игорь, без спешки. Короче, V8F самая лучшая фара из наших колес. Но мне моя больше нравится, потому что она желтенькая. Ну, блин, там, конечно, ярче. Газуй, 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 газуй. Газуй, 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 газуй. Наклоняйся чуть побольше вперед, чё ты.
Да-да-да, я за вами. Сейчас аккуратно дистанцию. Может быть ветка, но главное, что я не развернул. Главное, что я не развернул, чтобы не закидало меня грязью. Куда прокатимся там по культурному и поедем. Ну ты прям тебя не остановить, давай аккуратно. Почувствовал вкус к жизни. Это без спешки. Слушайте, ну кадры хорошие. Красота, красота. Нет, я не плачу. Не рыдай. Ну что, поехали дальше? Туда? Нет? Может быть туда? И разве мой талант, и мой душевный дар не заслужили скромный гонорар? Круг почета. Ты помнишь, нам точно сюда? Я не разбойник, я апостол, и для меня, конечно, тоже. Две палочки? Ты еще можешь, Алло. Да, вот я сейчас освободился, где-то минут через 45 буду, 45-50 на месте. Да, да. А я вам уже что-то рассчитывал? У нас все готово. А, все, я понял. Да, можете, давайте, чтобы запасом через часок, мало ли, там пробка какая в город. Я сейчас из Павловска выезжаю как раз. Ага. Ну, то, что я вам озвучивал, конечно. Все, давайте, до встречи, до свидания.
Спасибо, до свидания. Хотите, можете там по тротуарчику объехать. Я-то рискнул. Так вот, друзья, если у вас есть колеса, вы можете любое красивое место посетить и объехать буквально абсолютно. Ну, единственное, лучше утречком приезжать, когда красиво. Лучше в золотую осень или когда снег, да? Смотри. Зачем ты нас из парка вытащил? Тебя не остановить теперь. Аккуратно, полицейский. Аккуратно, полицейский. Ну что, краткое резюме по поездке. Так, что у нас по поводу колеса? Нифига себе, мы катались, сейчас посмотрим, сколько накатали. А у нас всего одна палка ушла. Две. Нет, подожди. Две. Ну, одной не хватает. Туда две, ну никак не влезет. Ну, может, одна появилась? Так, сейчас посмотрим, что у нас там с пробегом. Краткое резюме.